Слушайте, я пришел сюда работать, и я должен дать результат. Я проехал по территории Иркутской области более 11 тысяч километров. Для нас, безусловно, было важно поддержать жителей. Вот здесь вы должны четко понимать, что это не только Тулун там или другие поселения. Здесь все. Мы уже достигли существенных улучшений в пресечении незаконных рубок леса. Выросла оперативность реагирования на лесные пожары, сократив их почти на 30%. Я взял на себя обязательства. Я их все равно держу на контроле. По Усолье-Химпром. Цех будет полностью демонтирован и площадка вся рекультивирована. Те риски, которые есть, мы должны их сделать так, чтобы они были минимальными. Муниципальная власть-то решает эти вопросы? Или вот я не услышал ее роль-то. Если нужно подробно, мы каждую там цифру можем доказать. А вам все рассказал, и дальше будем работать.